Ну что ж, еще раз всех приветствуем. С вами группа Anti-Cheaters, на связи Макс Пейн, Данск. И мы начинаем, все-таки начинаем снова, заново, как вам угодно, опять стримить гранд-финал турнира от проекта Destro. Турнир под названием Destro Winter Cup No. 1. Best of 5. Встречаются Академия Destro против команды Марго. Первый на живой. Ребята переехали с московской локации на немецкую. И здесь российский коллектив поехал в гости к буржуям. Ну и пинг теперь чуть-чуть поменьше у европейского коллектива. Состав играющих команд быстро озвучу для записи. Кто не знает, кто не в курсе, Академия Destro — это Изянга, за тот Пейн Зор, Тачан и Максим Зорот. И за Марго играет сегодня Миксон, Панденуш, Кунилинукс, Апа, Нура. Вот такие вот дела. На этот раз, я так понимаю, Академия Destro начнут за защиту. Ну, в принципе, как и на предыдущей мапе. Вот так вот. Ну и... посмотрим, что придумает Марго. Вот такие вот дела. Новая локация, новая игра, новая жизнь. И все подстроили под одного игрока у нас в чате с ником Tigra0709. Передавайте ей привет, она не успевала и решила завидосить все. Ладно. Хотите узнать, какая атака была? Да. 400 гигабит в секунду. Ух ты, красиво. Нам только что написали из хостера. Понял, неплохо постарались. Ну, а теперь посмотрим, как постараются пацаны реабилитироваться. Ну и тем временем Кунилинукс минус по Тачану. Первая перестрелка капитанов состоялась на улице. Кунилинукс играет с Юспом, пытается перестреливаться против улицы. Минус по Пайнухе. И сразу чистое преимущество у атаки. Здесь Зетот принимает мейн, но, к сожалению, не уверенно. Ну и пошел выход на плент 4 в 2. Снова Марго готова взять пистолеточку. Как и на предыдущем недоигранном нюке. Максим Зорот минус по Кнурову. 2 в 3. Максим будет заходить с желтого. Его будут контрить. 2 в скрипу. Атаки стоит. Плюс мейн безупречные позиции у атаки. Нужно выбивать диффуз киты. У защиты есть. Ну и забирают игрока на девятке. Максим Зорот в упор не попадает. И, к сожалению, или к счастью, Марго забирают первый пистолетный раунд на этом мапе. 1-0. Вот такие вот дела. Картинка чуть подвисает. Кстати, да, ребят, у кого какие-то траблы будут, пишите обязательно в чатик, мы будем это мониторить. Но пока вроде все четко, все нормально. Вот такие вот дела. Ну и продолжим смотреть. Напоминаю, что средний пинг, кстати говоря, у российского коллектива, играющих за Академию Destro, 57. Марго 45, 43 примерно. Вот такие вот дела. Ну и тем временем Марго не торопится. Снова, как и до этого, берут они все девайсы. Снова пистолетики у защиты попадают наркосу. Неплохо. Судья наркос. Нику Максим Зорода. Стоит он на рампах под флешку, готов выпускать своих тиммейтов. И ребята на тайминге минуте 10 открываются радио. Отлично откидываются флешками. Зато от Валера принимает на минус 2. Тачан минус 3. Хорошо, ребята, здесь... набрили рампы, желтый будет пожимать Изянгу в спину, его ждут, но он забирает Кунилинукса, последний апа, он очень долго живет, апу будут запирать, и это пистолетный раунд от Академии Destro, ребята берут экономический, счет в игре сравнивается 1-1. Хорошая заготовочка под рампами, очень интересно, ребята удивили нас, и сейчас у них будет полноценный девайсный, но я так понимаю, что от одного-второго коллектива небольшая дизмораль после первой каточки, но я надеюсь, все будет в порядке, и мы сегодня еще понаблюдаем за КСом. Хорошим, качественным и, что самое главное, интересным. Кунилинукс с первым респауном направляется в желтый. У него здесь дигл, накидывается флешка ему в желтый. Не дали ему реализовать позицию. Две хаешки летит в желтую. Пети 26 хп. Можно еще и прострелить здесь желтый, но пока еще не простреливают. Он стоит в дыму. Раскумарился здесь Петя. И игроки команды атаки. Кнуров уже готов заходить через мейн на апленд. Пошел у нас... сплит апплента, но перестрелка пока в пользу защиты. Игроки вываливаются со скрипа. Последний Миксон его здесь забирают. И причем нашивают его с улицы. Максим Зорот оформляет последний минус в этом раунде. 2-1. И Академия Destro берут второй раунд в этой игре. Вот такие вот дела. Вот так вот. Вот так вот. Такой счет серии. 0-0. 0-0. Все начинается заново. 0-0 в серии. Вот. Это первая мапа, напоминаю. Вот такие вот делишки. Как я уже до этого говорил, что на нюке и на дастике будет трудно команде Академии Destro прям чересчур. Но и здесь они уже начинают набирать раунды. Ну и накидываются флешки от защиты в желтый. Попытка настрела здесь желтого нуля. Изянгу, я так понимаю, прострелил. Нет, он выходящего Кунилинукса поймал. Со скрипа еще есть игрок. И он, кстати, по-моему, провалился в каналку.
Но пачка через желтый выходит на нижний пункт уже апа. Его принимают здесь. Кнуров последний. 1-5. Кнуров ласт, он под девяткой. Его должны здесь законтрить. Пайнуха пошел чекать бывшего своего тиммейта на лигах фасткапа. Но теперь они по разные стороны баррикад. И 3-1. Игроки команды Академия Дестра забирают еще один антиэкономический. Ну и закуп полноценный от команды Марго. У сербов настрой пропал. Ну, конечно, когда такие моменты, дизмораль появляется не только у них, даже у меня, мне тоже неприятно, как и вам, в принципе. Мы бы сейчас уже могли смотреть где-то окончание второй мапы, но, к сожалению, все начинается заново. Вот такие вот дела. Ну и выход пошел со скрипа, тем временем набрили здесь Лизианга, на ноге выходит атака, ребята сразу занимают аплент на ноге, без шансов, Пайнуха стоит в мейне, пока он здесь ничего не сделал, накинули ему смок, он здесь будет выцеливать игрока в планту, который будет устанавливать пачку, ну и апа будет забирать игроков с инсайда, запирает он спину. Ну и под флешки от защиты с девятки будет рваться на апленд. Кнуров и в каналке, девятка выбивается, ну и пошел ретейк позиции. Максим Зорот уже упал на пленд, знают об игроке в желтом. И сейчас накинут просто дым, 2 в 3 ситуация на карте. Кнуров с Миксоном в паре постараются забрать раунд. Кнуров вылез с каналки, Кнуров забирает второго. Последний игрок дефит, это на морозе деф. Жестко Максим Зорот раздефил пачку. Ну и у нас просто жесткая здесь ситуация произошла на притейке позиции и этой пачки. 4-1. Вот так вот. Вот такие вот дела. Подробности, кстати, да, у Максима уточняйте в чате, что там было. Эх, 4-1, но жесткий был тейк от защиты, на морозе раздефали, ну и все четко. Тем временем открывается скрип, и сразу же Изянга пытается здесь в инсайд нашивать, но никто под эти пули его не вышел, накидывается хаешка с рампов. Кстати, Валера неплохо получил, я так понимаю, он на улице, точнее на девятке получил через крышу прострелом. Ну и атака в излюбленной манере пытается простреливать здесь желтый, контролится, точнее не желтый, а улицу, я уж все сказал. Комментатор тоже на дизморале уже. Накидываются здесь флешки. Пантануш просто в лицо своему тиммейту накидывает гранату. Кунилинов, кстати, проходит по улице, занимает позицию за ангаром. Но 5 АКМов есть у Марго, можно поработать. Пайнуха чекнул вроде как мельком движуху на улице и дал информацию своим тиммейтам, что атака может здесь благополучно все занять, кроме ангара. Ну а дальше он уже будет чекать. Тачан пытается также выпрыгивать на рампах. Ну и тайминга ждут атака. Они будут выходить на апленд. Очевидно, сейчас пойдет раскид на апленд. Ну и пошел здесь выход. Сразу здесь в упоре есть игрок. Ну и пошли раскидываться. Игроки команды атаки раскидывают апленд. Куров минус по Изянгу. Занимают апленд благополучно. Кунилингус минус на улице. Пандануш забирает Максим Зорода. И последний остается Тачан. Он будет играть с девайс, с девятки. Он с девайсом. И в планту есть игрок. Но, к сожалению, Пандануша не перестреливает. В итоге второй раунд за командой Марго. Ребята забирают вроде как уверенно. Девайс раунд в свою пользу. 4-2. Ну и у защиты вроде как теряется экономика. Кунилингус. Кунилингус. Нет, Кунилинукс. Кунилинукс у него ник. Вот. Так, открывается мейн, кстати говоря, прокидывают игроки команды атаки, здесь неплохо. Кунилинок застал врасплох двух игроков команды атаки в мейне, плюс аплен. Петя зарешал на улице, разозлился на все эти движухи, не связанные с игрой, и оформил уже минус 3, форсбай, у защиты не заходит, очевидно, это пятый. Я бы прессанул уже пятый, но здесь Изич последний, поэтому я этого делать не буду. Мало ли, Изич нас уже удивлял на стадии плей-офф, верхний, в нижней сетке точил клатчи. Ну, не такие, конечно, 1 в 5, но мало ли. Изич полез на 9. Изич. Оп, Изич. Решает здесь обмануть всех и вся, но, к сожалению, он не самый проворный. В итоге третий раунд за командой Марго, и здесь полностью должна у них разрушиться экономика у Академии Дестре, у российского коллектива. Вот такие дела. Ну и, ребят, кто только что присоединился или, может, не в курсе, что вообще происходит, я вот по командам, по игрокам озвучу это для первой катки, но в дальнейшем это кто смотрит на Ютубе. Эту катку уже в записи. Кунилингус, Белоруссия, Пандануш, Румыния, Апа, Швеция, Миксон, Сербия, Кнуров, Украина, за Россию играют Максим Зорот, Пензор и The Tot, Москва, Изянго, Санкт-Петербург и Тачан, он же Ужастик, это Магнитогорск. Ну а тем временем есть контакт на рампах, есть размен. Апа минус по Тачану.
попытка аркадить еще и желтый со стороны дефанса. Ребята играют с диглами, 2 в 3 разменялись неплохо. Кунерину, кстати, сейчас здесь импакта в раунде не нанес, но последний минус, я так понимаю, за ним с трудом, но справляется со стрельбой. В итоге счет в игре сравнивается 4-4, и Марго берут раунд в свою пользу. Да, дальше мы будем потом обсуждать в перерывах, если что. Пока вот такие вот делишки. Марго все равно выиграют. Че они стараются? Да, действительно, зачем проводить гранд-финал, Марго? Можно сразу было деньги отдать. 3-0 просто поставить и все. И сразу в локацию Страсбург. Не хотите, не надо, все, значит, бабки наши. Ну ладно, закуп тем временем у Академии Дестро. 4-4 счет, и ребята постараются сейчас на девайсном отыграть Пензора. Пензор, кстати, не торопится сейчас отыгрывать, как в предыдущем нюке. Он аркадил постоянно желтый. Тем временем первый минус Максим Зорот оформляет. Апа пытается простреливать вверх. И за тот, отлично, еще есть минус. Еще и на скале сейчас Кнурова поймают, отлично. Минус за Изианга. На внешке уверенно отыграл. Изианга минус... Так, я не заметил, где был еще один минус. Но, в общем, без потерь Академии Дестро. Забирают пятый в свою пользу и бодаются даже здесь. На нюке 5-4. Вот такие вот дела. И все, Марго выиграет. Ну, ребят, посмотрим. Вы что, как бы... Конечно, фавориты были до начала гранд-финала Марго. Но здесь подключился козырной туз. Пензор заменил Микеланджело. И сейчас шансы вроде как уравнялись, но снова из-за локации Марго шансы возросли. Ну а дальше посмотрим, как будут по игре себя чувствовать пацаны на этой локации, на этих мапах. Ну и продолжим смотреть. Девайсный, кстати, от Марго. Пензор пытается пристреливаться с улицы, но у Пензора пинг не 5. У Пензора теперь 57. Теперь он замыкает турнирную таблицу в табуляции, к сожалению. Вот такие дела. У Тачана очень хорошая позиция по девяткой. Тачан чекает, но... Тачан, ну зачем? Зачем? По девяткой есть игрок с Кнуровым. Они сейчас могут разминуться очень жестко. Кнуров хороший раскид на девятку. Пропускает, но в итоге забирают Кнурова. По девятью не дали ему здесь спитануть на апленд. Но атака выходит на верхний. Кунилинукс также с мейна. Ну и все, бетонирую девятку. Один смог, две флешки. С каналки вылезает игрок. Но Изиангу не смог забрить плент. В итоге есть ретейк. 2-1 в 2. Тачан уже на пленту. Тачан уже ползает. Его до сих пор не видит. Не знает о нем просто информация. Он врывается на плент. Но вдвоем по информации Пандануша зачекали аплент. Ну и Марго сравнивает счет в игре. 5-5. Здесь уже намного веселее катка проходит. Да уж. Тачан сейчас мог брать раунд 2 в 1. Если бы он прополз просто вниз, прицел опустил бы. Ну, открылся Тачан. И неужели положительный первый комментарий в чате? Норм Чеп, организатор и красава. Спасибо, Зарик, спасибо. Хоть что-то положительное. Наконец-то какой-то позитив, да? Смотри, что Петя творит! До свидания, девятка, минус Затоны, минус Изич. И пацаны залазили на девятку, а тут Петя их наказывает. Петя как будто, знаете, зашел на лигу катать против МСов и решил взять полетку и наказывать своих оппонентов именно так. Ну и все, забирают игрока в скрипу. Петя набрел минус 2. Ой, жестко Петя здесь. Выводит свой коллектив вперед. По-моему, впервые Марго начинает лидировать. Петруха, да. Ну, Петрухе не получалось. Вот у него моментами я прям наблюдал за ним со стрельбой. Он не справлялся. Пинг все-таки 73. Это самый большой пинг в этой игре. Но при этом он сейчас фраг-лидер в своем коллективе. Вот, ну а защиту пока что больше всех настреливает Максим, 13, и зато 12 фрагов. И дальше пошли на стрелы от Пети. Петя потренировался, насмотрелся видосов Лама, Вастея, Дестры, за все прострелы. Теперь шарит он здесь, и в итоге так. Забрали под флешечку апу на радио, хорошо. Хорошая, причем флешка была, 2 на рампах, и флешка была из-под девятки. Пандануш забрил пейнуху, и пока Пензора вообще не видно на мапе, 2 на 9. К сожалению, он пока фраг аутсайдер. Кунилинукс минус дает, и Изианга находится сейчас за каналкой. Савиком не попадает, но все-таки исправляется. Минус по Кнурову, не дал ему зайти в мейн. В итоге выход на аплент от атаки. Накидываются гранаты в девятку. И в девятке есть Тачан. Тачан ждет ретейка от своих пацанов. Изианга пытается простреливать, позиция на планту. В итоге сейчас на него откроется Петя, и его Петя может удивить. Петя с плеткой в полете. Ну, так, Петя забирает все-таки Изианга последний. Ой, Петя жестко наказывает. Я думаю, что это будет зеркалочка. Пензор тоже может взять плетку за атаку и там не щадить на самом деле. Это ноузом был, как я понимаю? Ну, последний, да. Последний. А, ты имеешь в виду девятку? Вот я не обратил внимания. Да.
по-моему, без ума просто. Все, пошли приятности сейчас. Спасибо, ребят. Изи, Джон Рэмбо. Время, комментатор. Дождаться атмосфера 1.6. Ну, конечно. Конечно, охота смотреть такие чемпы. Но тем временем у нас 5 диглов. К сожалению, ребят, я не успеваю здесь читать чат. У нас все-таки ответственная игра. Поменьше будем отвлекаться, но у нас разбор полетов от атаки. Ребята забирают уже первую половину. Я надеюсь, Максим Зорот не этот не Спайдермен здесь не залетит на плент, на паутине не раздефит. Ему еще смог накидывается прострел. Ну, в общем, 8-5 и Марго, в принципе, являясь фаворитами на этой мапе, как я уже и говорил. Забирают первую половину. За атаку уже все очень хорошо. Ну и сейчас посмотрим Академия Дестры. Изяныч может сейчас с первым респом и ворваться в аркаду. У них были такие раунды на предыдущем нюке. Ребята прям удивляли они. Да и здесь тоже на втором раунде они очень хорошо выждали тайминг. Заркадили мейн под флешку, точнее тройку рампы. Один игрок как раз таки Изич заходил желтого. Ну Изич, вот он, аркадит скрипт, накидывает флешки. Его будут здесь ждать, но... Сейчас простреливается скрип, он зашел, видел игрока на железке, не стал на него приключать свое внимание. Его по-любому здесь чекнут, должны понимать, что скрип открылся, накидывались гранаты, и может быть здесь игрок команды защиты просочился в скрип. Но пока его не чекают, Кнуров чекнет, Кнуров, да, конечно, чекнет, но со стрельбой проблемы. Изяныча здесь пока еще не забрать, у него 26 хп, и все-таки его здесь нашили, но он долго жил. Нанес демейдж дилинг по своим соперникам. Петя до сих пор здесь роль швеи выполняет, шьет все, что можно. 4 в 2 сейчас девятку еще разочек настреляет. Ну и 4 в 4 пока ситуация на карте. Вадим, ой, забрали Пейнуху на девятке. И Пейн вообще что-то 2 на 11. Нужна замена срочно, минус Пейнзор. Плюс Микеланджело. Ужастик минус... Ой, хорошо, здесь одновременно принятие рампов и аркада скрипа. Вот защиты. Ребята остаются вдвоем. Очень сильное звено, но... Тачан все-таки на мейне забрал игрока, так понимаю. Ну все, есть full information. 20 секунд до конца, можно проходить. Главное не попасть под прострел игроков команды защиты. Швед плюс серб против двух русских пацанов. Постараются выйти сейчас на Б-плент. Наказывают одного. Тачан должен работать. 51 хп против Апа. Остается 10 секунд до конца. Апа против Тачана. Кто кого переиграет в данной ситуации? Тачан пока не торопится. Вроде как показал ноги. Пачка устанавливается. Тачан отлично нашивает просто ящик и забирает 6-й раунд за своим коллективом. Посмотрим, что по табуляции. Первая половина заканчивается. Последний раунд первый. Значит, у нас Кунилинукс 15 на 10. Апа 14 на 8. Фанденуш 11 на 7. Но защита Максим Зорот 17 на 10. Зато 12 на 11. Ну и Пейнуха 2 на 11. Вот такие вот дела. Ворвался Пейнуха. Какой мапол... Конечно, вообще жесткий, конечно. Какой мапул? Данюк, Мираж, Трейн, Тускан, Даст 2. Вот такой вот мапул. Но опять же, это best of 5, если кто-то быстрее наберет 3 мапы. Твой, так скажем, багаж, то гранд-финал завершится. Такие вот делишки. Снова сплетка играет игрок команды. Оу, атаки. Петю наказали. Петю нашивал одно, его убили с другого. Как вы смотрите? What the fuck? По-любому сейчас тимспики у них. Ну и... Есть размен, снова Пейнуху забрали. Пейнуха 2 на 12. Да, Семен, жестко. Так, Максим Зорот тем временем смотрит желтый. 3 в 3 ситуация на карте. Ой, зато неуверенно открылся со скрипа. Можно выходить на плент, но здесь Максим в упоре дает минус. Уходит он в плент. Но здесь все будет зависеть от Тачана. И снова похожая ситуация. Снова выходит на Б. С каналок будет играть... Так, Миксон уже зачекал. Они чекают одну каналку, пока все еще. Пачка несется под Б. Но сейчас Максим будет нашивать. Посмотрим, Максим. Эх, не попал. Не попал здесь ни разу по панданушу. Пачка устанавливается. Ну и все, они будут чекать две каналки. Ну, здесь, по-моему, без шансов для команды защиты. Забрали ужастика. И последний 8 хп Максим Зорот. По нему нет информации. Все, теперь в закрытую стали игроки команды защиты. Так, он выходит с каналки, чекает, все, по нему есть информация. Дальше Максим не может дать минуса, знает, что игрок сейчас в коротком стоит. Панденуша тоже пытается брать на прострел, но Миксон выходит и забирает игрока в планту. 9-6, Марго забирает первую половину, переходит в защиту. И им нужно всего лишь 7 раундов взять, чтобы затащить эту катку в основное время. И Академия Дестра, кстати, без респа. Без респа и, наверное, без юспа. Ну и пока что маленький перерыв. Ждем. Team Talk, наверное.
Пытаюсь взбодрить Семёна. Семён, проснись. Проснись, Семён. Он взял, к сожалению, сейчас паузу, пошел уединиться. Не, ну пинга, пинга у него, конечно, жесткая, но как бы человек привык играть с пингом 2, там, 5, а тут 50. Надо распаковать там просто одну вещь. Если вы понимаете, о чем я. Так, ладно, шутки в сторону. Просто надо слетать ему на Бали, отдохнуть, поваляться в шезлонге. На Кубу. Говорю, с коктейльчиком в руке. Вот. Тогда все будет нормально. Пипетку пошел поджигать. В чатике пишет. Нормально, нормально, нормально. Да, осуждаю на всякий случай. Пипетку? Ну, вообще, это деяние. Мы же не знаем, кто там на Твиче будет потом модерировать наш стрим. Так, тем временем, что там, три рампы занимают у нас защита? Да, кстати, я не успел здесь что-то вернуться в игру. Пачка устанавливается, аплент отдается командой защиты. И очень хорошо, атака вышли на аплент. И 5 в 5, пока не было разменов. И защита уже вываливается так. Они пытаются ретейкать, все на 0, по-моему, ушли. Миксон, Миксон дает минус 2 в желтом, Миксон, его здесь ждут, режут, пачка дефьюзится, вот это раунд. Зашли на аплент, ретейк был с дымами, пачка установилась, и жесть какая-то произошла только что. 10-6, и Марго просто закрывает раунд. Мен был в заявке, да, конечно, он был, его так не допустили. Ну и пока два друга, Пейнзор и Кнуров, к сожалению, замыкают табуляцию своих коллективов, но ничего страшного, оба еще могут раскрыться. Посмотрим за следующим раундом. Академия Дестру на ноге, просто дефолтный выход по две флешки, минус на рампах, пока еще не могут оформить. Ужастик с трудом с дигла перестреливает Кунилинукса перед девяткой. Ой, под девяткой, Панденуш забирает Тачина, и 2 в 3 ситуация на карте. Ой-ой-ой, забрали здесь игрока на, я так понимаю, за тот устанавливал пачку, но не дали ему это сделать, и тем временем Изич остался на рампах. Миксон забетонировался на Б, Панденуш смотрит девятку, Кнуров отвечает за выход с желтого, ну и Изич подобрал. Так, где пачка? Ну, пачка на, все. Изич может, да, прострелить девятку. Хорошие нашивки, кстати говоря. По Кнурову, по-моему, не попал все еще. И он просто отходит, понимая, что его могут здесь нашить. Дальше возвращается на желтый. Желтый пока никто не смотрит. Миксон, у него здесь ближайшая позиция. Изич залезает на улицу. Что будет делать Изич? Сейчас посмотрим. Ну, девятку он будет нашивать. Ну, не попадает в Панденуш. Он здесь неплохо сел. На восьмерочке готов принимать желтый, но не торопится защита. И это не сейф девайса. В итоге в желтом находится сейчас Изич. Изич выходит под Пандануша, к сожалению, не открывается. И 11-й раунд за командой Марго. Блэк сейчас будет в атаке. Должно быть. Да. Да-да-да, кстати. У них были диглы в предыдущем. На пачка стояла на талетке. Но закупаются, закупаются. Что? Берут арморы. Берут диглы, ребята решают играть ва-банк. Был один рез, как я увидел. Ну и Изич сразу направляется на рамп под фраг. Пытается здесь кого-то отстрелить. Изич накидывает ему гранаты. Изич отворачивается от первой флешки. Дальше ждет выпада. Выпада до сих пор нету. Но если апа под него откроется, ему дают флешку на выход. Изич выходит, знает, что игрок есть на рампах. Изич уже просочился под 9. Будет выжидать здесь игрока команды защиты. Но, по-моему, отдаются рампы. Кунилинок забирает на улице за то-то. 4 в 4, у Пейнухи я даже не вижу пистолета. Что вообще с Пейном происходит? Да, у него дигл. Так, ну и пошел разбор полетов под девяткой. Неудачно пытались завалиться игроки команды атаки сюда. И Пандануш здесь всех проспрейл. В итоге 12-6. Марго уже имеет двукратное преимущество по раундам. И я думаю, что вот здесь должна быть потеря экономики у атаки. Но они все равно закупаются. Закупаются, берут АК. Есть граната. Надеюсь, более-менее хороший раскид. Ну а там посмотрим. Вот такие вот делишки. Так, что у нас происходит у атаки? Ребята открывают скрип. Сразу же чекает Пейнзор. Пытается здесь на прев брать мейн. Никого здесь нету. Закрывается скрип. И
пока еще Семен не может себя реализовать. И дуэль капитанов на ульте. Где он вообще был, Петя? Он подсадился на черный, с черного перепрыгнул на ангар. Его здесь забрали. Ну вот прям позиция была жесткая. Петя, ты как бы против МСов можешь так открываться. Здесь такое себе, да. Здесь тебя сразу вдвоем размансуют. Миксон минус по изичу. Миксон играет снежки, играет, кстати. Есть у него хелпа. За черным панденуш закрыли улицу. Все отлично. Отличный ретейк улицы от защиты. Перетянулись сюда под прием. Ну и теперь можно снова стягиваться под дом. Кнуров принимает дальнюю каналку. Кнуров очень интересно забетонировался на апланту. И снова отдача апланта. Ну все правильно делают на самом деле. Потому что одному будет трудно смотреть. Апа забрал, кстати, Максим Зора. Да, апа минус 2 работает на ближних ящиках. Срампов пытается на него выходить, но, к сожалению, его здесь не забрали. 38 хп, забрал Миксона. Пытается дальше работать против апы, но он уже показывал, что он очень долго может жить. Он будет сейчас нашивать выход с радио. Интересный прострельчик от апы, но... У Затота 64 хп, 1 в 3. Затот пошел под 9, посмотрим за ним. Ну а кто его здесь будет принимать? Пандануш просто встал на девятку, будет чекать. Ну и Пандануш забирает последнего. 13-6, Марго берут еще один раунд в свою копилку. Ну и давайте поддержим россиян. Поднимем щиты за них уже на карте Даню. Кто болеет за коллектив Академии Дестры? Ребята, щит в чатик. Мы проверим, какая поддержка у российского коллектива, пока у нас пауза. Непонятная игра от Академии Дестра. Что-то они должны были фулэка делать, в итоге они берут диглы. Какой-то форс непонятный. Короче, дизмораль какая-то у пацанов. Спасибо за донат, Юль. По счету в игре, да. Арабеска бы больше дал. Зашла одна шутка. Может быть, даже и не шутка, Кеш. МС, я аналитик. Вот, видишь, поддержка, грамотная аналитика. Конечно, пацаны. Люди фаскупа. Приветствую всех еще раз. Так, поехали. Что у нас? Закончилась пауза? Да, кстати говоря, ребят, отвлекся я. Ну и продолжим смотреть. 13-6. И сейчас посмотрим, что придумает Академия Дестры. Форсбай, ребята, закупаются до последнего. Один аккаунт за Тота. По улице проходит здесь Тачан, увидел игрока на черном ящике. И сразу же информейшн. На улице аж три игрока команды защиты. Накидываются гранаты за красные. Ну и, я так понимаю... Тачан решает здесь не бодаться, но встал он за мейн. Позиция не дефолтная, но в любом случае, я думаю, его законтрят, когда он будет перетягиваться к своим тиммейтам. Пошел выход, 4 через желтый, найс, снова отдача апланта происходит. И сейчас будет нашивы со всех сторон. Ребята нашивают первого, второго, третьего. Ну, смотрите, как грамотно они отдают плент, при этом дают минуса. Это просто жесткий гейминг. Какая уверенность в своем тимтолке и в скилле, когда пацаны отдают плент. И вообще здесь без шансов для атаки. Отличный ретейк, отличный прием. Просто прием без игроков на планту. Это называется, Кирилл, бесконтактники. Бесконтактники, красиво. Да. Никого, по-моему, не было. С девятки только был игрок, но дал он информейшн по заходу, а дальше все. Чисто мысленно убили. Да, тем временем... Как бы не прискорбно, но хотелось бы это отметить. Пейнуха 3 на 16, Кнуров 6 на 12. Ну ладно, надеюсь, на следующих мапах пацаны еще раскроются. Ой-ой-ой, Максим Зорот, у него такой прев сейчас был в рампу, просто угадал, что игрок на ящике запрыгивал. Но никого здесь не было. Пошел выход через желтый, игроки снова занимают апленд, но... Так, защита, все, информейшн, заняли А, простреливаем со всех сторон одновременно. И здесь трое улицы снова у защиты. Ребята пытаются нашивать. Изянга уже пробрался в нижний. Он будет забираться на девятку. Изянга нужен уже
к своей команде. Пошло выбивание, накидываются гранаты, скрип, хаи, все, что можно. Скрип тут выходит, пока еще нет. Кнуров дает минус Савикам. Миксон уже зашел, Пейнуха с каналки все-таки открылся. Пейнуха в упоре дает минус 2, Пандануш последний. Пандануш уже на планту, ну и за тот отлично. Все-таки здесь смогли сдержать натиск, забрать раунд в свою пользу и... Раунд за Академией Дестро. Ну, ошибка была Марго в том, что они продублировали предыдущий раунд, а в КСе, как это известно, лучше не делать, особенно за дефанс. То есть, если вы сыграли уверенно один раунд, нужно что-то менять в своих тактиках, иначе вас уже начнут считать и начнут найдут ключи к вашей игре. Вот такие вот делишки, ну и двукратно уже преимущество по раундам Марго. Раунд отдали, снова накидывается... АЕшки через мейн, Миксона, по-моему, очень сильно дамажили, но Миксон здесь получил, я так понимаю, просто прострелом. Он в ангаре тем временем, готовится раскид под аплент, под нуш мейне, ему накидывается дым прямо перед лицом, очень густой смачок, но в краю, в краюшке он все-таки видит выход, если он последует сюда за атакой, нужен еще смок обязательно в мейн. Но пока выхода нет, а это выход на рампа. Здесь Аппа в упоре готов принимать, и он пока еще один. Он сейчас выглянет на минус 2, отлично дал, хороший хелп от Кнурова. Тайминг нереальный, и все сошлось. В итоге Кнуров, я так понимаю, он просто нашивал с девятки радио. Ну и сейчас он по девятку уже пробрался, его не чекают. 2 в 4 ситуация, Пейн уже в паре с Ужастиком поработают над этим раундом. И Пейнзор пока с Точином не торопится, думает, что на Б кто-то есть, но здесь отдача нижнего планта. Так, Кунилинукс будет нашивать Б-плент, и Кунилинукс набрил игрока внизу. Кнуров забрал Пейна, но это 15-7, решающий раунд, 8 матчпоинтов у Марго. Напоминаю, это Best of 5, первая мапа, так что ничего страшного, по сути, для Академии Дестро здесь не произойдет, если они проиграют, но... Пока еще у них есть возможность цепиться еще и за эту игру. Они будут до конца закупаться здесь на нюке в основное время. Ну и пошло открытие скрипа, раскид мейна, ну и выход на ноге апланта. Пейнуха первый, Пейнуху слепят, он все-таки сейчас будет должен открываться. Но он до сих пор не открылся, хаэ летит с девятки, двое с девятки принимают. Пейнуха дает разбег, 3 в 3. Тачан, Изич и Пейнзор. Пару лет назад бы это было лучшее, наверное, звено на фаскапе, но сейчас уже новые времена, ну и... Европейский коллектив пытается ретейкать. Аппа заходит желтого. Тем временем Аппа дает минус по Пейнухе. Остался против последнего Вадима. Аппа. Аппа очень жестко набрил. Точно. И как Аппа расправляется. Просто становится MVP этого раунда. Приносит победу своему коллективу. 16-7 в пользу Марго. И мы отправляемся на The Mirage. Хорошая карта от Марго. Ничего добавить.